Сержант полиции Габит Карцебаев готовит своего железного друга в путь. Проверяет тормоза, сигнал и запасается водой. Городской велопатруль теперь будет охранять порядок в общественных местах. Сержант Карцебаев говорит, что новый вид транспорта поможет им быть в хорошей спортивной форме. Мне удобно. Здесь не только быстро можно передвигаться, но и занимаешься спортом. Я сегодня проехал, например, почти 5 километров. Это уже показатель. Я считаю, что наша работа будет эффективнее. Да и жители нас на улице встречают с улыбкой. Это пилотный проект. Городской акимат выделил сотрудникам полиции 10 велосипедов и специальную велоэкипировку. Теперь, по словам сотрудников полиции, нарушителям общественного порядка сложно будет скрыться. В одном парке по 2 сотрудника будут патрулировать именно на велосипедах. Горожане на эту новость реагируют положительно. Многие считают, что теперь работа полицейских будет не только оперативной, но и качественной. Да, с одной стороны, удобно. Пробки объезжают быстрее. И быстрее приезжать будут. Где-то вот там, арве, кашкан, жерлерден стап. Нормально, я думаю. Чем на лошадях, лучше на велосипедах. Я думаю, что это, конечно, к лучшему. Они нужны все-таки. Где-то есть такие ситуации, когда надо бежать за человеком. Соответственно, легче проехать на велосипеде. Изменилась и форма полицейских. Теперь сотрудники правопорядка будут носить каски, перчатки и наколенники. К слову, из городского бюджета на приобретение велосипедов и соответствующей экипировки ушло около 1,5 миллиона тенге. Шодин Саидов, Эльдар Жунусханов, Дильшат Адашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».